Ты готов забрать свою принцессу? Говори да. Да. И победить меня! Ежегодно городское управление образования проводит конкурс «Театральная жемчужина». И, конечно, в рамках этого конкурса мы тоже ежегодно принимаем участие. Вот на этот год, в этом году были сказки народов мира. Решили, что будем показывать «Спящую красавицу». Что надо уметь делать зрителям? Аплодировать! Громко, громко, давайте. Вот. Особенно, да. Слушайте! Слушайте! У короля и королевы родилась дочь! Ты знаешь, кто такой министр? Кто такой? Это слуга короля. Это слуга короля. Самое главное. Тебе нравится твоя роль? Почему? Потому что я кричу, говорю. Это волосы, что ли? Это парик. Это парик. Парик. Парик? Ну что он, для чего? Ты же тут нужен тебе, для чего? Для красоты. Нет, не для красоты. Когда давно такие вот волосы вырастали. Костюм удобный очень, сзади чуть-чуть расстегивается. Расскажи, пожалуйста, мне про свой костюм. Он красивый очень. Очень. Чем он тебе нравится? Мне нравится, что на нем розочки, ткани. Если вы заметили, что вот эта роскошная юбка, она всего-навсего из фатина. Это не очень дорого, во-первых, и это красиво, и это легко. То есть вот какие-то такие уловки, это с опытом уже. Расскажите, вы кто такие и что это у вас такое в руках? Это волшебные палочки. Мы с ними колдуем разные вещи. Разные вещи. Например, какие? Например, кормим птичек. Или поливаем цветы. Был такой сразу случай. Мальчик пришел на принцем, все, он сказал, целовать не буду. Вот все. Да не будешь, конечно, ты ее целовать. Ты возьмешь ее за ручку и разбудишь ее, тогда буду. То есть мы уже шли вот на такие вот уловки, не будет он целовать. Конечно, работа очень большая. Вообще ребятишки бежали с удовольствием на каждую репетицию. Мы по два раза в день репетировали. Как тебя дома поддерживали? Тебе помогали роль учить как настоящим актерам? Как? Да, помогали. Мы с дедой тренировались, как я не пускаю принца. Я принц, я иду за своей принцессой. Не пущу! Не пущу! Не бывать этому! Друзья, верьте в сказки! И они всегда будут с вами рядом! Со зрителями аплодировали Наталья Винокурова и Илья Заречный.